как кино, согласитесь? Давайте к другим новостям. Send your car на парковку. Господин Стинг, Майбах, британского певца, забрали на штрафстоянку. Все произошло во время финального концерта Стинга на «Новой волне». Он попросил водителя съездить в магазин за сувенирами. И пока тот расплачивался на кассе, оп, машину-то эвакуировали на парковку, за парковку в неположенном месте. Уставшему после концерта Стингу пришлось полчаса ждать новый экипаж. Я напомню, что в Сочи он приехал на правах хедлайнера фестиваля «Новая волна». Рокер остановился в лучшем отеле на черноморском побережье Хаят Редженси Сочи. Его президентский люкс стоит 158 тысяч рублей в сутки. Внутри роскошная спальня с видом на Черное море, кабинет. Еще есть гостиная. В общем, изысканно и красиво, как и в песнях самого музыканта. Давайте прямо сейчас и послушаем отрывок его финального концерта в Сочи. Thank you.